Меня зовут Узбеков Ильяс, я технический эксперт компании Сингента по Республике Башкортостан. С какими проблемами сталкиваются аграрии в полях? Какой именно продукт для защиты семян реально влияет на зачет в бункере? Обо всем об этом по порядку будем разбираться на этом поле о зимой пшеницы. Я главный агроном племенного хозяйства Артемида. В этом году мы заложили делянки по сорту Альтернатива. Дата сева 30 августа. Предшественник пар. Защита семян Vibrance Integral. В норме 2 литра на тонну. На данном поле мы использовали 3 нормы высева. Это норма высева 5 миллионов семян на гектар, 4 миллиона семян на гектар и 3,5 миллиона. Vibrance Integral очень хороший препарат. Нам он помог снизить норму высева семян как на зимых, так и на яровых культурах. Традиционно мы сеяли 5-5,5 миллионов на гектар, но в этом году мы посеяли 4 миллиона и увидели эффективность очень хорошая по стеблестою, по выполнению колоса. Вот. И получается, планируем в этом году уже осенью заложить норму высева 3,5 миллиона на гектар. И для того, чтобы убедиться в эффективности работы протравителя Vibrance Integral, мы решили заложить другой протравитель, корневая система вроде бы как хорошая, все вроде бы неплохо развивается, но когда мы отмыли Vibrance Integral, мы увидели значительную разницу. В корневой системе намного больше волосков, сами волоски на Vibrance Integral намного длиннее, мощность корневых волосков значительно отличается. Насколько это все влияет на урожайность, давайте разбираться по колоскам. На данном стенде можно наблюдать, как норма высева и протравитель влияет на структуру урожая. Если на 5 миллионах мы видим 840 колосьев на квадратном метре, но разложив эту цифру на составляющие, а именно на главный колос, крупный, средний колос и подгон, то получим следующие проценты. Главный колос, крупный, составляет в данном случае 15%. Средний колос составляет 50%. И подгон составляет ни много ни мало, а уже целых 35%. И это все вытекает в 71 центнер с гектара. Если говорить о норме высева 4 миллиона с использованием протравителя Vibrance Integral, главный колос составляет уже 42%, средний колос также составляет 42%, и подгон составляет 16%. Вот эти доли главного и среднего, они достаточно велики, более 40%. И это все нам позволяет выходить на уровень биологии 102 центнера. Когда мы меняем просто протравитель на другой, не Vibrance Integral, получается, что структура урожая резко меняется. Первый ярус в данном варианте будет занимает уже 30%, второй ярус 65%, третий ярус подгон, он составляет всего лишь 5%. Структура урожая выливается нам всего лишь в 64 центнера, тогда как при применении Vibrance Integral биология резко растет до уровня 102. Это позволяет нам говорить о том, что Vibrance Integral серьезно меняет структуру урожая. Норма высева 3,5 миллиона разложена на самом нижнем ряду. Мы видим, что 38% занимает главный колос, 50% занимает средний колос, и третий ярус подгон занимает 12%. Подгон в данном случае резко выглядит крупнее, и структура урожая в этом варианте будет другой. И все это выливается нам в 68 центнеров с гектара. Увеличивая норму и меняя протравитель, мы теряем 4 центнера. Здесь мы можем сделать вывод, что Vibrance Integral позволяет снизить норму высева на 500 000 и дать такую же урожайность, но лучшую структуру урожая по крупности, по массе 1000 зерен. Мы с вами вместе разобрались, как влияет защита семян на развитие как корневой системы, так и колоса. У компании Сингента много различных продуктов, и все они созданы для определенных задач. Vibrance Integral здесь сработал отлично. Другие продукты, да, под определенный результат, под определенные задачи. Выбирайте продукты компании Сингента
и урожай у вас будет всегда отличный.